Тем временем военные предупредили, временно запрещены полеты дронов и авиамоделей над объектами вторых европейских игр. Это дополнительная безопасность и обычная международная практика. Ограничения касаются полетов над объектами, где пройдут соревнования, зданиями, где разместятся делегации, а также фан-зонами в Минске и Минском районе. На время проведения спортивного форума аэрофотосъемку разрешат только госорганам и аккредитованным масс-медиа. У тех, кто все же решит поднять дрон без разрешения, беспилотник могут временно изъять. А если квадрокоптер уже окажется в воздухе в запретной территории, устройства имеют право сбить без возмещения ущерба владельцу. Это выборочное ограничение только над объектами пребывания наших гостей, спортсменов и зрителей. Нет тотальных каких-то ограничений по использованию воздушного пространства над городом Минском. Соответственно, наши гости могут в незапрещенных местах использовать в том числе и авиамодели, беспилотные летательные аппараты, чтобы запечатлеть нашу столицу в период пребывания на вторых европейских играх. Без лицензии и допуска на съемку беспилотники во время проведения спортивного форума нельзя будет не только использовать над зонами ограничений, но и возить на территорию Беларуси. Запрет будет действовать до 2 июля.